Зеленоградский бар Double Trouble. Байкеры мотоклуба «Ночные волки» сегодня отмечают здесь закрытие сезона. Но этот праздник обращен трагедией. Скончался друг мотоциклистов Валерий по прозвищу Белый, приехавший из Севастополя. Байкера застрелили. По словам Ивана, президента зеленоградских «Ночных волков», гостя с юга смертельно ранил представитель другого мотоклуба Зеленограда – «Три дороги». Еще два байкера получили ранения. В результате один из них в реанимации, другого после оказания медицинской помощи отпустили домой. Парень приехал к нам из Севастополя поддержать нас, вот, и ему попали, я так понял, в бок, вот, и он скончался уже в больнице. По словам Ивана, «Ночные волки» и «Три дороги» никогда не враждовали. Вот только последние перестали появляться на байкерских тусовках несколько месяцев назад. Накануне закрытия сезона «Волки», рассказывает президент клуба, решили лично пригласить друзей на праздник. Приехали в гаражно-строительный комплекс, на территории которого базируются байкеры «Трех дорог». И сходу получили ответ на приглашение. Абсолютно ни с того ни с сего люди вдруг начали там кидаться этими слезоточивым газом, гранатами, стрелять из помпового ружья, причем в людей. И причем, когда уже оттаскивали раненого, продолжали стрелять в сторону людей, кто их оттаскивает. А это место происшествия, тот самый комплекс «Октябрьский». В одном из гаражей встречаем любителей стальных коней. Правда, к байкерам «Трех дорог» они себя не причисляют. Один из мотоциклистов, они категорически не желают представляться, показывает площадку, на которой произошло столкновение, и рассказывает другую версию произошедшего. В районе 5 утра сюда приехало где-то в районе 70 человек в цветах «Ночных волков». Зеленоград, Истра, Москва и так далее. Оцепили здесь всю территорию и начали какие-то качать права по этому поводу. Потом, я так понимаю, началась драка. Здесь в гараже сидел где-то примерно около 7 человек, которые готовили данное мероприятие. По словам молодого человека, байкеры «Трех дорог» просто хотели закрыть сезон в узком кругу, где будут только свои. Готовили застолье, когда неожиданно нагрянули «Ночные волки». Сейчас на этом месте лужи крови и разрезанный баннер мотоклуба «Три дороги», который косвенно говорит о том, что байкеры открыли огонь не случайно. У кого-то из них оказался травмат, как бы он отпустил. Здесь самооборона, да, выходит? По идее, самооборона. Может быть, превышение допустимой самообороны, так и не более того. Что стало причиной стычки двух байкерских группировок, сейчас выясняет следствие. Фигуранты дела с обеих сторон задержаны, и, судя по всему, дружбе зеленоградских мотоклубов пришел конец. Алексей Казанников, Александр Матвеев, Life News.